Дорогие друзья, сегодня день рождения Пресвятой Богородицы, Девы Марии. Я вас от всего сердца поздравляю с этим потрясающим праздником, потому что Богородица для меня многое значит. Богородице я молюсь. Я молюсь за моих детей, я молюсь за моих близких, я молюсь за мир, я молюсь за себя, за свою грешную душу, за свое грешное тело. Богородица такое количество творческих людей вдохновила на гениальные работы. Скольких мадон мы знаем? Черных, белых, азиаток, с Ближнего Востока, наоборот, западных, европейских. Она в мраморе, она в витражах, она в фресках, она в иконе. Она мать матерей, она сама свет, она сама любовь, она сама... величие, милосердие. Пусть Богородица хранит нашу землю, падшую, раненую и грешную. Дорогие девочки, мои милые, у нас есть образ, самый главный образ матери и женщины. Поэтому я вам предлагаю тянуться к ней. У меня пока плохо получается, но я так чуть-чуть стараюсь. С рождением, Девы Марии, вас всех, мои дорогие, будьте здоровы.